Дополнительную помощь в Костанай направили из департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области. В регион прибудут почти 20 единиц техники и более 30 сотрудников. Они помогут проводить аварийно-спасательные работы во время паводка. Из-за повышения температуры воздуха и резкого таяния снега на юге Костанайской области начались подтопления жилого сектора. Минувшей ночью в Аркалыке подтопило 12 частных жилых домов и 20 дворовых территорий. На данный момент все откачанные 12 домов. Обстановка на данный момент стабилизировалась. Жителям города Аркалык угрозы нет на данный момент.